Наверное, каждый знает, насколько вкусен сахарный арбуз с обыкновенным черным хлебушком. Я просто хочу лишний раз это подтвердить. Вот сейчас я очередной арбузик, у меня пекинская радость крестьянская моя, вот она. Не очень крупный арбузик, но оказался просто сахарный. Поспел полностью, вкус замечательный. И вот я достал черного хлебушка бородинского, вот он. Порезал арбузик и сижу и наслаждаюсь. Все-таки как вкусно покушать арбузик с черным хлебом. Советую любому. Во-первых, выращивать арбузы. Свои арбузы, конечно, не чета магазина. Меня угощали в гостях магазинным арбузом. Я не смог съесть и кусочек. Но вот свой арбузик могу есть без ограничений. И без всяких вредных последствий. А с черным хлебом это просто деликатес. Очень вкусно. Угощаю всех.